Закатывают в асфальт. В Ленинском районе продолжаются масштабные работы. Специалисты делают дороги и тротуары. Проверить объекты приехал и Валерий Радаев. Глава региона побывал на улице Романтиков, которая идет от Черниговской до микрорайона Ласточкино. На бездорожье жители пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. После этого в округе появилась спецтехника. Дорога протяженностью 988 метров, ширина 8 метров. Вот, порядка 8 тысяч квадратных метров от проезжей части. Тротуар шириной 2,25. Разворотная площадка для общественного транспорта. Также у нас в проекте освещение. Асфальт уложили уже полностью, тротуары также доделали. Сейчас дорожники монтируют ливневки, чтобы проезжую часть не затапливала. К концу месяца объект сдадут полностью. После этого губернатор отправится на соседний участок дороги, что на Блинова. Там работы только продолжаются. Валерий Радаев потребовал ускориться, пока морозы не ударили. Здесь работайте активнее, потому что 800 метров построить дороги в таких стесненных условиях – это сложно. Надо признать, это сложно, хоть и опытная подрядная организация, но стоять здесь некуда уже. Посмотри, сегодня, послезавтра минусовые температуры будут и дождик ожидается к концу недели, там 2 дня, по-моему. Все это будет ухудшать только возможности, как на качество влиять, так и на все остальное. Поэтому надо усиливаться.